Как признаются сами дети, уроки физкультуры – самые любимые. 45 минут пролетают незаметно, а самое главное – весело. На других уроках нас так как бы не веселят. Мы забавляемся, отдыхаем здесь. Связывать свою жизнь со спортом Николай Андреевич никогда не думал. После школы отучился на токаря и поехал работать в Чулымский район. Там молодого спортивного парня попросили временно поработать физруком. Один год, потом еще год. Затем техникум физкультуры, и вот с 81 года он работает в родной школе. Мне нравится работать с детьми, и им, наверное, тоже, может быть, нравится, потому что много выпускников Маструхинской школы, даже за 3 года воздвиженки, и то последователи были, которые поступали в физкультурные заведения и продолжали там учиться. И здесь у нас он в районе, Юрий Владимирович Петрин, мой выпускник, заведует всем спортом, Александр Васильевич Рыжков, спорт поднимает в Качковской школе. Когда-то в Качковском районе был популярен спортивный туризм. И здесь Николай Челноков со своими воспитанниками показывал неплохие результаты. И даже участвовал во всероссийских соревнованиях. Быструхинская команда представляла всю Новосибирскую область. Не последние, скажем так, были. Мы даже в двадцатке были, вот так я скажу. Ну, то есть 28 было всего, а мы в двадцатке были. Ну, я думаю, что для нашего маленького села это большой успех. 29 февраля Николаю Челнокову исполнится 60 лет, но, как он сам шутит, 15. Именно столько было его настоящих дней рождения. В планах уйти на заслуженный отдых. Но спорт он уже никогда не оставит. Говорит, продолжит завоевывать награды, только теперь как участник команды пенсионеров.